Какие-то добрый день, мои друзья, подписчики, какие-то блогеры говорят, что чтобы стать американцем, ассимилироваться, привыкнуть к этой культуре, надо кушать их кухню. Вот купил макаронный салат. Ну, больше несусветности своей жизни не встречал, посмотрите. Намешали все, что возможно. Вкуса никакого, вот такое хрючево, знаете, как свинья. Макароны, фасоль, кукуруза, турецкий горох, нут. Огурцы громадные, маринованные какие-то, видите, желтые. Прямо такого желтого цвета. Кусочки кукурузы, салата, моркови, перца. Вкус непонятно, сладкий. Хуже пищи на свете, чем вот в американском. Да.